Спасибо большое за донат. Человек с никнеймом «Привет, Масчакака». Масчакака. С текстом «Го проведем рубрику «Умеет ли Зилков читать рэп?» О, на его барабанах играют, смотрите. Средние века уже давно миновали, и никто не помнит, как эту песню называли. Но тип, когда графиня всю ночь торчит на балконе. Вот это, кстати, был штрабас. Тот самый пресловутый в самом начале. А ее дружок с гитарой не дает спать. Я не очень люблю, когда рэпуют штрабасом, если честно. В районе вспомнил, эта песня называлась «Серенада». Кто сказал, что наши дни оно не надо? Если хочешь, чтобы не было проблем с женским полом, подойди к любому дому и заори под балконом. Ну, неплохо. Приходи ко мне, это новелла. И не просто тусоваться для дела. Я в любви тебе признаюсь, я умела. А потом он ищет тебя обратно спать. Приходи ко мне, это новелла. И не просто тусоваться для дела. Круто, по невидимым барабанам человек бьет, короче, один удар делает, и хай-хай два раза звучит, вообще отлично. Тут такая маза, в любви бывают нюансы, если ты всю ночь горланил под балконом, романсы, а на балконе вместо той самой твоей долгожданной появился вдруг мужик с ружьем и в пижаме. Не ломайся, посмотри судьбе прямо в глаза, не пугайся и не труся сразу. Убегай, убегая от орава разъяренных соседей, потихоньку про себя напел. Бодягу про нашу серенаду. Тебе уже тридцатник, а ты живешь как надо. У тебя семья, жена, дети, ну и теща, конечно. Бывает, поругался, ведь терпение не бесконечно. С тещей надо мириться, восстанавливать отношения. Как тебе выбраться из этого положения? Вспомни серенаду, подойди ночью к теще, и ей в ухо во все горло заори, что есть мочи. Выходи ко мне, Антона Белла. И не просто тусоваться, а для дела. Я в любви тебе признаюсь, я умела. А потом можешь идти обратно спать. Выходи ко мне, Антона Белла. Кто выходи? Я в любви тебе признаюсь, я умела. А потом можешь идти обратно спать. Выходи ко мне, Антона Белла. Какая-то Антона Белла. Я не могу понять, кто должен выходить-то. Ну, неплохо, в принципе же, да, правильно? Что тут сказать? Неплохо. Короче, чисто на мой вкус, мне не нравится, когда читают вот так вот. Используешь трабас этот самый. То есть это Донателло. Донателло пусть ко мне придет. Появился вдруг мужик с ружьем и в пижаме. Не ломайся. То есть иногда, ну, тоже с дыханием чуть-чуть, там, типа, если... Дает спать всем в рай. Я все-таки тоже не оценщик рэпчитки, но раз уж такой рофл типа был, то я оценю. Тип, когда графиня всю ночь торчит на балконе, а ее дружок с гитарой не дает спать всем в районе. А вспомнил, эта песня называлась «Серенада». Кто сказал, что наши дни оно не надо? Если хочешь... Типа, я не помню, вот в каком-то моменте прям... так вот прям, ну, типа, то ли дыхания не хватило, то ли что-то такое, то есть как-то вот это было. Ну, в целом нормально все. То есть это не стыдно даже, вполне себе. Текст такой, текст обычный, то есть, ну, короче, приколдес, ну, в общем, с прошедшим.